Привет, друг! В этом ролике я расскажу, как легко создать свой ВПК-архив кастомного контента и как его внедрить в игру. Шаг первый. Подготовка контента. Первым делом мы создаем пустую папку. От ее имени зависит то, как будет называться наш будущий ВПК-архив. Допустим, Марена, древняя богиня смерти на Руси. Далее, внутри этой папки создаем еще одну и называем ее Sound, так как в ней будет мой аудиофайл. Если ты работаешь с текстурами, то назови папку Materials, ну а если модели, то Models. После того, как контент подготовлен, его нужно преобразовать в единый ВПК-архив. Шаг второй. Установка контента. Теперь находим папку bin по адресу на твоем экране. В ней нас интересует файл vpk.exe. Выделяем его и создаем ярлык на рабочем столе. После чего нам остается лишь перетащить папку Marena на этот ярлык, и мы получим новый vpk-архив. Теперь осталось лишь в папке app2 создать новую под названием custom и переместить в нее архив Marena. После всех манипуляций твой контент должен считаться движком игры, так же как у меня. Если это видео тебе помогло, ставь лайк, подпишись и помоги проекту донатом. Удачи, тамадачи!